Сегодня здесь проходит примерка как на звезд, так и на манекенщиц. Нас уже посетила Елена Воробей, мы отмерили на нее замечательное платье. Она будет во второй части показа. Вот, очень красивое лиловое платьице. Мы ждем сейчас нашего гостя Алексея Митрофанова. Он должен быть с минуты на минуту. Мы будем мерить костюм, в котором он выйдет на подиуме. Да, я первый раз на подиуме. Для меня в 45 лет это новый опыт. Так что посмотрим, что из этого получится. Может, засосет меня это дело, я и уйду на подиум. Буду всегда зато в свободной одежде ходить без галстука. Это моя мечта. Я с 16 лет хожу с галстуком. В этом платье на самом деле много нюансов, начиная с того, что вот здесь асимметрия, у нас кружево по обе стороны, вам видно, вот здесь верх отделан под чашечкой, и вот эта боковина, она оголяет часть тела, вот здесь кружево, они не как обычно это делается, а пришиты вертикально, вот эти вот рюши. И оно вот такое вот очень, то есть несмотря на то, что оно черное, оно все-таки такое для принцессы. Еще я хотела показать вам одно платье, которое мы делали 2 месяца, без преувеличения. Здесь есть такой шлейф, который похож на хвост русалки. Он вот так раскрывается, и вот это вот все вот так вот блестит. Вот. Каждая пайеточка, каждая бисеринка и вот эти камни стеклянные, вот стразы, все это вышивалось по одной штучке, поэтому очень долго делалось.